sonidos mágicos de la noche. Лас-Вегас, я вернулся. Снова на Голливудской аллее звезд. Ничего не изменилось за два года. По-прежнему упыри, бэтмены, черепахи. Where are you from? Russia. Yes. Old school style. Oh, those kick ass. Bo Jackson. Classic. 20-year classic. This guy's lucky. He got on 20-year classic. I'm придрались к моим ботинкам. Put it over to Michael Jackson star. Love it. You love it. Oh, кстати, у Джексона. Right there. Bo Jackson, baby. Classic. Отомри. Тёти вон такие, а? Ох, вы тёти, прям. Ой, как. Вы видели там, какие были два этих шара? Опять Микки Маус. Heavy metal на ходу. И кто это? Такой походкой? Что за походка вообще? Танцую просто с Пахита. Пахита офигенный. Чё-то не похоже эта демонстрация на наши демонстрации на Болотной набережной. Вы представляете? Я участник событий. Действия происходят в Северном Голливуде. Сегодня, 11 ноября 2013 года, состоится закрытие фестиваля спортивного кино. Сегодня закрытие спортивного кинофестиваля «Живая стена». Мария Муханько, кинорежиссер из России, представляет здесь свой фильм «Мужская и женская игра». Я веду репортаж об этом событии. Welcome, Голливуд! All the fuckers making me itch.